71-633. Не самое поэтичное название даже для трамвая. Тем не менее, эта машина производства Усть-Катавского завода – настоящее произведение инженерного искусства 21 века, причем российское. Всевозможные электронные табло, жидкокристаллические экраны, салон на 309 человек, камеры наблюдения внутри, снаружи, есть даже беспроводной интернет, огромные входы и современный низкий пол. А для людей с ограниченными возможностями – специальный пандус. Этот трамвай может похвастаться опциями, которые есть на современных автомобилях. Зеркала с электроприводом, кондиционеры и тепловые пушки в салоне, электронная панель приборов. Есть даже подогрев ветрового стекла, гидропривод тормозов и специальные распылители песка, защищающие от гололеда. Опытные водители трамваев по достоинству оценивают новую машину. Абсолютно современный трамвай, на самом деле трамвай 21 века. Очень удобен в управлении, понятен. Очень удобен, мягкий ход, обзор, все предусмотрено для удобства водителя. Но главная особенность нового трамвая даже не в современной начинке, а в том, что он один. Завод собрал этот вагон в единственном экземпляре, и от того, как пройдут испытания в Самаре, фактически зависит будущее этой машины. Испытания будут проходить у нас в первую очередь по легкому профилю пути. В первую очередь мы будем, конечно, уделять особое внимание это электронному тяговому оборудованию, механическому оборудованию, соответственно, конечно же, тормозам, гидравлическому оборудованию. Если новый трамвай покажет высокую надежность и хорошее качество сборки, то, возможно, будет принято решение о закупке, и на заводе начнется его серийное производство. Пока же составу предстоит несколько серий испытаний, как на легком пути, так и на трудных участках со спусками и подъемами. Андрей Трой, Максим Гусев. События.